Дагестанские вольники продолжают подготовку к олимпийскому сезону. Первым стартом в 2024 году станет традиционный кубок Ивана Ярыгина. До начала соревнований в Красноярске остается ровно 2 недели. В эти дни борцы проводят учебно-тренировочный сбор на базе пригороде Махачкалы. Курбан Рагимов узнал, с каким настроением наша команда подходит к предстоящему сезону. Новый сезон, прежние цели. В олимпийский год вольники работают с удвоенной энергией. Сбор на базе в Карамане – это финальный этап подготовки к Кубку Ивана Ярыгина. До старта остается 2 недели. В обойме порядка 60 человек. Борцы полны решимости подтвердить свой класс и доказать, что сборная Дагестана – лучшая команда в стране. Ярыгинский турнир – это для нас, как сказать, один из значимых стартов, которые откуда отбираются на чемпионат Европы. Из-за этого я думаю, что ребята будут полностью выкладываться. Со вчерашнего дня мы уже начали заключительный этап сбора, подготовки к ярыгинскому турниру. Здесь к взрослой команде молодежная команда подключена. Достаточно много людей, есть гости из Казахстана, есть из Таджикистана спортсмены. Наши легионеры тоже некоторые присутствуют. Атмосфера очень дружелюбная. Второй день только тренировок. Думаю, весь этап подготовки пройдет очень хорошо. Самое главное, чтобы было без травм. На этом двухнедельном сборе борцы больше времени будут проводить на ковре, оттачивать технику и тактику. Предусмотрены также контрольные схватки. В зале много наших легионеров и молодежи, которые совершенствуют мастерство в парах с ведущими вольниками планеты. Команда в хорошей форме, все выкладываются до конца. Прошлый сбор тоже очень хорошо провели. И я думаю, все заряжены, у всех настрой хороший, чтобы выиграть, потому что на кону путевка на чемпионат Европы, и каждый хочет попасть туда, и я думаю, будет бороться до конца. Иногда бывает такое, ты с молодежки идешь, и у тебя возрост в борьбе, борьба хорошо идет. И я думаю, у них все есть, если они будут до конца свое дело делать, получится. А вы, в свою очередь, что должны делать? Мы должны, наверное, вдвойне пахать, потому что они, это молодежь, которая растет. Ну, я тоже сам молодой, а старикам себя не приписываю. И у меня до сих пор все есть. Я такой же, как раньше, пахал, тренировался, тренируюсь. Ковер покажем. Да. Я в Ярыгинском, Красноярске вообще холодно, но числа 25-го там очень жарко будет. Со сборной Дагестана всегда приятно тренироваться. Вспоминаешь те года. Приходишь сюда, все так же. С каждым рубится, с каждым приходится. Все ребята сильные, набирают молодые. Почти весь состав, можно сказать, поменялся, обновился. С каждым разом прихожу, все новые и новые ребята. Очень приятно здесь работать, тренироваться. Кубок Ивана Ярыгина в Красноярске пройдет с 23 по 28 января. Первая группа вольников отправится в столицу Сибири 23 числа транзитом через Москву. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.